Симпосион? Отложенная жизнь? Ожидание? Отложенная жизнь? Аккуратно разглаженная рукой, сложенная вертикально по всем правилам японских домохозяек, чтобы поместиться в небольшой рюкзак и не помяться, ношу с собой на спине. Хотела подарить тебе, ты пожал плечами. Зачем мне розовый девчачий рюкзак, да еще и со слонами? Предложила знакомой дикой кошке с пятнистой шкурой леопарда. Та внимательно выслушала меня, виляя хвостом, и ответила: «Спасибо, но у меня уже есть 9 новых жизней. Прожить бы. Хотела поделиться с веселой рыжей корги». Та выслушала меня и ответила: «Спасибо, но у меня уже есть в своем рюкзаке на брюхе 5 симпатичных новых жизней. Странно, но никому не нужна чужая жизнь. Придется, видимо, достать из рюкзака и раскинуть в поле скатертью-самобранкой, усыпанной разными вкусными яствами, и возлечь на ее симпосионе. Симпосион. Ожидание. Отложенная жизнь».